Ребята, снова здравствуйте, Шабрин Дизайн, личный опыт. Цурбита Pike Strike 88SP. Очень прикольный составник. Рыбачил на него неоднократно. То есть, как бы он такой, как сказать, он любит твичинг, но такой очень нежный. То есть, вы подтвичиваете и паузу даете, подтвичиваете и паузу даете. Вот, допустим, есть такие локальные места, вот вы чувствуете, что вот там щука, вот она присутствует там. Вот туда тихонечко его хлоп, и так потихонечку поехали, хоп-хоп-хоп, пауза, хоп-хоп-хоп, пауза. Паузу можно даже подлиннее как бы давать, он потому что суспендер, он как бы падает, вот немножко так, то есть и все, она его хватает только за милую душу. Окунь его тоже любит, то есть, ну, щука больше, то есть вот это я как бы личное мое как бы замечание, то есть вот он по соотношению цена-качество, пятерка. Весит он что-то в пределах, там, по-моему, 7 грамм или 6. То есть, ну, на сайте производителя можно. И соотношение цена-качество, он недорогой. То есть, он этих денег реально стоит. Очень большой там у них, как сказать, очень много цветов. То есть, разнообразие. Но вот у меня вот нижний с голубым отливом. Вот это просто вообще бомба. То есть, вот это реально, вот этот цвет, который он косит вообще. Мы как-то осенью тоже там рыбачили с Димкой вдвоем. Он на меня реально матерился там. То есть, как бы вот так вот. Вот, ребята, вот такой вот обзорчик. Цурбита Pike Strike составничок вот такой. Все, всем доброго, всем пока.